Я просто кочевал, да, я не с ними. Могу стать как можно ближе к котлу. Поздравляю! Теперь мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся! Мы стоим сотни километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон, будто сговорились. Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше. А лично я жду ответа. Что приуныли? Мы сейчас на развилке. Все недоумевают, куда дальше, вперед или назад, налево или направо. Да, примерно этого я от тебя и ожидал, но суть передана верно. Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Так, значит, не врали. Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Начну с главного. Война не окончена. То есть как это не окончено? А, не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение – не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план «Щит» – сеть станций радиоподавления, покрывающая территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя, когда Артём с рацией ходил за своими рентгенами и мечтой? Нет, нельзя! Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «расскажешь – сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Есть мысль, но... Артём, чем молча глазами сверкать? Проверь лучший эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной «Ковчег». Понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилку, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и удрали из Москвы. Тут и трибунал не нужен. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. Что еще за командование? Командование обороны Москвы слышало про невидимых наблюдателей. Слышала, но это же просто сказки. Не сказки. Это они и есть. Уверен, что они Москву защищают, а не свои задницы.
И что за ковчег? Если Артём поймает позывные, все узнаешь. А если нет, то и говорить не о чем. Ты думаешь, этот ковчег все грехи спишет? Нет, но если есть идеи, что делать, милости прошу. Да, есть. Найти место, куда людей из Москвы вывести. Как Артём мечтал. Врагу всех сдать. Отличная идея. Знаешь, давай пока решать наши проблемы, а не всей Москвы. Ладно. Как там дела, Артём? Не нашел? Здесь же целый мир. Целый мир, и в нем можно жить. Пока что мы знаем одно. Здесь нормальный фон. Да, дышать можно. А осадки? Ну и что? В Москве-то и дышать нельзя. И? Кто здесь живет? Мы не знаем. Как они встретят нас? Опять не знаем. Что они сделают, узнав, что в Москве есть выжившие? Снова не знаем. Ну что, Артём, ищи, должен быть сигнал. Зато мы знаем, что нам врали. 20 лет нам врали. Мы знаем, что людей убивали. Лес рубят, щепки летят. Главное было сохранить маскировку. Да, многие погибли. Но под бомбами погибли десятки миллионов. А мы все живы. Выжили все эти 30 лет. Артём чуть не погиб. Что? Он тоже щепка? Представь себе, да. Если выбирать приходится между жизнью одного человека, как бы он дорог тебе ни был, и жизнью всех, ты понимаешь, всех жителей метро, о чем тут вообще думать? Как там, Артём, ищешь? Давай, работай. Как считаешь, а Кулан... Внимание! Ты и про меня тоже сказал? Ну-ка, это что? Всем, кто слышит это сообщение, всем, кто хранит... Всем слушать! Присяги, объявляется общий фон. Точка сбора. Код 1811-79. Ну-ка. Квадрат 18-5. Так, повторяю. Где там... Объявляется общий фон. Точка сбора. Код 1811-79. Гора Ямантал. Квадрат. Ясно. Маршрут вырисовывается примерно так. Только сплотив ряды. Вот наша цель. Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект «Ковчег» — это целый подземный город. Огромные запасы, техника, лучшие специалисты. Это ставка Верховного Главнокомандующего. Там все руководство страны, и они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно. И все изменится, все, вы понимаете это? Начинается новая жизнь для всех выживших. А с женщинами там, кстати, как ситуация? Орлы! Ну, раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? А, это я мигом, это я не поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Название этой развалине дадим. А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Пиздец. Еще лучше. Да ну. А как насчет Авроры? Богини утренней зари и крейсер... сами знаете чего. Другое дело. Неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Вообще норм. Но крейсер чего? А, потом расскажу. Значит, решено. Тогда за... За Аврору! Артём, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй.
Ермак полный вперед! Есть! Пойду я подышу свежим воздухом. Ничего себе маршрут. Сколько же нам туда ехать? Как ты, Леша? Ох, Анечка, ждала тому на стрелу в сердце, а получила от небритого мужика пулю, но мимо. После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были? Пока мы жрали друг друга в подземельях метро. Когда доберемся до Ямантау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом. И нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Как, родной? Ничего не застудил? Держи, разморозим тебя немного. Как думаешь, каковы наши шансы добраться до Ямантау? Отец только и думает об этом. Как заслужить прощение, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью? Той жизнью, от которой ты всегда бежал. А я тебе не верила. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Ух ты! Костер! Люди! Там люди! Тормозите! Огневой контакт! Четверо! Резина! Всем руку! Общий сбор! Артём, давай бегом в руку!
Артём, ты как, цел? Ёкарный бабай! Один цилиндр накрыл! Насколько всё плохо? Двигаться можем? Нет, приехали! Проклятие! Мой блокпост чей-то в тумане не заметили. Кто охранял? Форма чья? Ничья, они в ватниках. Старичьё какое-то. Старичьё? Это их внешний периметр. Могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть пар с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Гарантии нет. Но вообще странно, что не раньше. Так, часовые эти на дрезине чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. Деревня и церковь на воде. Так, нужны данные. Артём, я тебе на карте пометил. Дуй туда. Узнай, что у них на мосту. Если получится языка взять, еще лучше. Аня, прикроешь его. Есть! Может, и я с Артемом? Как усиление? Нет. Пока в ситуации не разберемся от Авроры ни на шаг. А они в паре уже работали. Справятся. Ермак, когда сможешь починить Аврору? Пока не знаю. Может, день. Может, больше. Понял. Действуй. Орден, слушай мой приказ. Аврору подготовить к обороне. Стёпа, Дамир, ставим периметр. Так точно. Есть, князь. На тебе разведка близлежащей территории. Принято. Идиот, прикроешь его с Авроры. Есть. Сэм и Алёша в резерве. Есть. Есть, сэр. Артём, планшет не забудь. Я как, ненадёжный? Я этого не говорил, Сэм. Всё, отставить разговоры. Артём, там планшет на панели. Нашёл? Нет? Ну вот же он.